Молодежь возвращается в библиотеки. Эту тенденцию необходимо поддерживать, во многом подстраиваясь под потребности читателей. Пространство должно стать информативным, интересным. Книги и чтение – это уже не цель, а скорее повод. Об этом говорили на мероприятии, которое объединило более 130 библиотекарей и ученых со всей России. Самое главное, чтобы библиотека реагировала на все актуальные проблемы. Вот мне кажется, то, что мы увидели к юбилею Краснодарского края, вот такую уникальную выставку с великолепными альбомами, отражающими нашу историю, отражающий потенциал человеческий. Мне кажется, это не может не быть притяжением, потому что наверняка на страницах этих книг отцы и деды тех детей, которые сегодня приходят в школу и приходят в библиотеку. Так проходили мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования Краснодарского края в библиотеках города-курорта. Игры, викторины и даже небольшой спектакль. Ряд библиотечных специалистов считает, что организация досуга не единственный вектор. В библиотеках можно проводить семинары, встречи, на которых будут вырабатываться новые идеи, зарождаться проекты. Это изменение функции библиотеки коренные. Библиотекарь должен овладеть навыками так называемого менеджера сообществ, да? Понимать, как людей организовывать и втягивать, собственно, орбиту. Библиотекарь должен овладеть навыками информационного помощника, не просто как библиограф сидеть и ждать, пока ему там принесут заказ на библиографический список, а понимать, где достать ту или иную информацию, как ее верифицировать, чего она стоит, и еще как вообще с экспертами соединить. Перемена диктует современный уклад жизни. Все больше литературы переводится в аудиоформат и электронные текстовые файлы. Интернет способен вместить все, что написало человечество на всех языках, начиная от глиняных табличек и папирусов. Все это постепенно сканируется и выкладывается в глобальную сеть. А мы предоставляем достоверную информацию, мы отбираем лучшую, мы отбираем проверенную и учим искать такую информацию с тем, чтобы отсечь то, что не соответствует, допустим, истине, потому что интернет, конечно, там все есть, но из того, что там есть, еще нужно уметь найти то, что будет ценно, полезно, интересно и достоверно. В том числе и на эту тему пройдут дискуссии. Конференция продлится 5 дней. Библиотекари обсудят книжные новинки и, что немаловажно, встретятся с писателями.